хотим сыграть вам шутку, Владимира Полякова. Что значит мы хотим? Это может быть вы хотим, я лично ничего не хотим, мы хотим. Надо, знаете, меня простите, но я просто ничего не понимаю. Ведь вы только вчера мне сказали... Но вчера у меня было хорошее настроение. Ах, вот оно что, понятно. А сегодня вас, значит, плохое? Да, плохое, очень плохое. Сегодня вас нельзя узнать, не правда, что вчера? Я встала, я не стой на ней, не стой на туда. Любовь притирает мне, откровенно разгадает. Никак взглянул в недом сказал, простой намек уже сказал. Нельзя зависеть от того. Какой ноги ты стал? Пришел? А ты не видишь, да? Нет, я вижу, а ты что? Ты что, чем-то расстроился? Что с тобой? Нет. А что такое? О, почему у нас так душно, просто дышать нечего? Ну что, я только что открывал форточку, только что. Незаметно. А что такое? Что такое? Ну, когда ты уже переменишь эту отвратительную мещанскую прическу, Гарри. Боже мой, она тебе всегда нравилась, что это? Безумно нравилась. Терпел по необходимости. Телефон звонит. Слышу, слышу. Молчу. Это когда у мужа плохое настроение. Ну, а когда жена стала с левой ноги? А, пришел? Да, явился. Мог бы уже не являться. А ты чем-то расстроена, да? А чем я могу быть расстроена? Все хорошо, прекрасно. Что? Почему у нас так холодно в квартире? Опять открыла форточку. Вот что делает, а? Что? Хоть высудить всю квартиру и простудить меня, да? Слушай, миленькая, ты знаешь, ты все-таки поразительный человек. Когда ему открывать форточку, когда я только что сейчас нашел, о чем ты говоришь, я даже не понимаю. Ты какой странный вошел. Что такое? Он вам только что вошел. Он оживился. Я не позволю терзать меня ежедневно. Слушай, ну кто тебя терзает, миленькая? Я вам не миленькая. Да? У меня есть имя, отчество и девичья фамилия, между прочим. И я не желаю, слышите вы, подвергаться ежедневным оскорблениям. А я все умоляю, перестань. Хочу и буду, хочу и буду, хочу и буду. Деньги любовные, создали поклоны, а деньги позабыли. Скандалы дали к моему день, а скоро не возьму. У нас одно желание. У нас одно желание. Чтоб каждый помнил, каждый знал, и никогда не забывал. Нельзя зависеть от того, какой ноги ты стал. Ты почему опаздываешь? Почему ты опаздываешь, я тебя спрашиваю? Трамвай, Федор Семенович. А? Я говорю, трамвай, Федор Семенович. Я ничего не слышу. А вы погодите, у меня еще сахар не растаял. Да там что-то мешает. Это я мешаю, Федор Семенович. Теперь слышно? Ага, слышно. На чем мы остановились? Да ты почему опаздываешь, я тебя спрашиваю? Не кричите, а то у меня цикорий всплывает. А? А я говорю, цикорий всплывает. Вот черт поживый. Немедленно являйся сюда, и чтобы здесь духу твоего не было. Понял? Понял. Ladies and gentlemen, next number of the Botanical Street, Eugene Arayan. Please.